Доброго времени суток! С вами Хан ТВ и я, Саша Суромаша. Раскрыты новые подробности убийства 47-летнего авторитета Надира Салифова, известного в криминальном мире как вор в законе Лоту Гули. Об этом сообщает сайт Халк Ас. Салифов был госпитализирован в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. Стрелявшего в него мужчину задержали на шоссе, ведущем в город Донецли. По предварительным данным, задержанным является другой представитель криминального мира по прозвищу Хан Ахмедлинский, который входил в окружение Лоту Гули. По данным издания, Лоту Гули был убит выстрелом в затылок в гостиничном номере отеля Альва Донна Эксклюзив Хотел Спа, принадлежащий азербайджанскому высокопоставленному чиновнику Керему Гасанову. Управляющим отеля был Сархан Бабаев, являющийся руководителем Dead Al Holding и Vertex Investment Limited. По установившейся традиции, Лоту Гули использовал номер в отеле в качестве офиса. Отель Альва Донна Эксклюзив Хотел Спа считается самым элитным комплексом в Анталии. Минимальная цена за сутки здесь составляет $2400. Руководитель Dead Al Holding Сархан Бабаев считается монополистом в сфере бизнеса и ведет свою деятельность под наблюдением своих опекунов. Но в СМИ про Сархана Бабаева предоставлено очень мало информации и неизвестно, в каких отношениях он состоял с Лоту Гули. На этом все. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе главных новостей. Всего доброго!